что-то лежит. У меня какая-то вообще везучесть на битвы черных с разбитыми поверхностями. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. В прошлом конкурсе вы боролись за шанс снять все черные фартуки с одной из команд. Маша, Вика, поздравляю. Берите свою заслуженную награду. В жизни так быстро нічого не робила. Я даже взорвала, я не успела блинуть, у мене вже того чорного не було. Задушат. Ну что ж, вся команда красных, кроме Ксюши. Поднимайтесь на балкон. Ксюша остается в черном, потому что одна клеймена. Ага-ха. Мне сегодня было обидно, когда они получали фартуки, потому что, честно, ты пахал, как кобыловочка. А тебе даже никакого вознаграждения не дали. Даша, я туда... Я не могу забыть, как ты мне брехала вчера. Ти казала, що у вашої команди була тільки курятина і не було іншого м'яса. Але це була неправда. Такого на мастер-шеф бути не може. Я стою і думаю, от хватить Давиду совісті сказати, як це було на самом деле. Ну, хочу сказати, що це в якомусь сенсі моя вина, так як, коли время пішло, ми набирали продукти вже, ну, як тільки могли. Я взяла ці кролики і положив під низ, я побіжав брати другі, ну, другі продукти. І я це навіть не сказала, і вона не знала, що кролики лежать вниз. Сподіваюсь, ви всі зробите правильні висновки після цієї ситуації. Для мене це було важливо, тому що Ектор думав, що я йому врала в очі, хоча це на самом деле було абсолютно не так. Ну, в принципі, ми опустили цю більш-менш ситуацію, забули за неї, у нас зараз на повестке дня битва чорних. Ксюша і команда синіх, к сожалению, вас поздравить не з чим. Ви остаєтесь участвувати в битві чорних фартуків, але нам нужна минута для того, щоб к ній підготуватися. Для полного счастья. Добро пожаловать в картинную галерею «Мастер-шеф». У них ручки, головка. Ну, все вроде соединяется, да? Но они в картинах, которые по объему, наверное, как две двери. Вот такие. По нашему заданию вы приготовите блюдо старой доброй классики. А чтобы готовить классику, вам самим придется стать классикой. Они ж тяжелые, наверное. А тепер ми підберемо до ваших облич саме ті картини, які, на наш погляд, вам пасують найбільше. Давид! Ти хлопчина, що полюбляє свободу та не любить виконувати наказ. Тобі дістається образ українського козака. Ура, українці, нормально. Я вже представляю, що може бути. Там, не знаю, там, боже, там вареники, пельмени, все, що там може бути. Софія! Ти дівчина з гарними манерами, про таких, як ти кажуть, особа блакитної крові. Тому тобі ми пропонуємо приміряти портрет іспанського аристократа. Портрет іспанської особи голубих крові. А это кто? Это святий Петро. Ілля. Ой. Ти завжди гордо тримаєш голову, ніби ти боїшся, що впаде корона. Бути тобі сьогодні королем.
Это сейчас был такой тихенький подвох, типа, что я зазвездился или что? Даша, твой рисунок... Ты девчина с характером, відступати не любиш та не вмієш. Тому тобі буде дуже пасувати портрет генерала. Я принимаю решение, что нет нужных моментов для отступления, поэтому на абордаж. Ксения, ти романтична та мрійлива особа, тому ми вирішили, що портрет італійської принцеси дістанеться саме тобі. Я радуюсь, потому что я единственная девушка здесь среди этих пацанов. Девушка на расхват, самая крутая булка в Патоне. Подходите, надевайте ваши картины. У Жулі Козава більше образи шоу. Він малий такий, дрищачок маленький. Йому йшло та картина, ця бандура якась була дринька-бринька. Господи. Хоч руки сводяться, на этом спасибо. Даша вообще подходил костюмчик, потому что она всегда такая... А ну послушали меня! Генерал? Генерал Даша! Ти будеш готувати терін з кролика з соусом вінегрет. Софія, я впевнений, що іспанське коріння допоможе тобі сьогодні легко приготувати паелью з морепродуктами. Ваша величність, Ілля, тебе ми коронуємо білим фартухом тільки в тому випадку, якщо ти ідеально приготуєш качину ніжку конфі та гратен з поленти. Гратен з поленти? Сеньорито Ксюша, відчуваєш, як в тобі кипить італійська кров? Ти маєш приготувати класичне італійське ризотто, 4 сири. Козак Давид, справжній козак, повинен вміти готувати смачний український борщ з пампушками. Борщ з пампушками. На готовку мы даем вам... Полтора часа. Один час. Изи. Кладовые с продуктами и девайсами будут открыты все время. Опять стоит поверхность с кухонной машиной, поверхность с доской и ножом, поверхность с духовкой, поверхность с плитой и поверхность с мойкой. Ну что, готовы? Да! Время пошло. Ё-моё! Как ее открыть? Вжух! Это жесть! Мы бежим и друг об друга. Вот так вот смешно ходит. Вот. Картина эта в кладовой еле вылазит. Как мне достать? Вот с таким вот большим плоским телом пошла в кладовую. И то есть вот так вот приходилось так поворачиваться, чтобы идти. Ксюша, ты не тот лук! Лук, надо шалот! О! Шалот? Побежала в кладовую. Соня, это лук-шалот? Тише, сама думай. Ксюша, а почему ты красный лук взяла? Шалот! Шалот, ты, блин! Я не вижу, что я беру! Я увидела лук и повернулась, и спиной брала, то есть этот лук, вот так вот. Но в итоге, в третий раз, она приносит шалот. Я понял всю сложность этого конкурса. Я не могу убежать, я понимаю, я сейчас спотыкнусь, я морду в пол, у меня нос в этот фарш будет разбитый. Жули
Олег почав спочатку делать борщ. Це вже неправильно було, бо тісто підходить полчаса, треба йому постояти в теплому місці, щоб воно подошло, і десь минут полчаса точно випікаються помпушки, щоб вони були хорошими. Давид, у каждого одна конфорка. Мне и жарить, и варить надо. Ну ладно, кто твой сотейник уберет, тот будет прав. Думаю, господи, Давид, ну нельзя же быть таким нахалом. Надо делиться со всеми. Даша, ты берешь тарин с кролика? Да, кролик я зачищу, и там были большие кусочки. Отойди, пожалуйста, Ксюшенька. Я вчера так руку набила с этими кроликами. Сколько я их там штук профилировала? Штук 12? Привет, кролик. Что, мы вчера с тобой недообщались? Я не понимаю. Я беру басмати рис. Не подходит. А что? Соня якось метушилась, бігала, вона знала, який вибрати ріс. Що тут думати? Круглий шліфований, знайшла! Мені все-таки басмати. Длинненький. Длинний шліфований брати? Да. Мені кажется, що да, тому що... Ні, круглий... Що басмати слишком длинний. Ні. Бух! Що мені треба далі зробити? Я готовила ризотто, пошла на сковородку, так, чик, чесночок, тимьянчик, масло, лук, шалот. Потом пошла за рисом, пока открыла его, пришла обратно, уже все сгорело. Фу, чем-то запахло горелым. Саша, твой лук уже сгорел! Я знаю! Если в балконе кричали, у тебя лук сгорел! Типа я не вижу. Я сюда поставлю! Я переделываю! О, быстрее! Ксюша, давай, нарезай, быренько, быренько! Ты должна все успеть! Эй, где моя сковородка? Я не понял. Здесь занято. Ты что, офигела? Я тут ставила. Я здесь убила, убрала. Каждому по одной. Каждому одна комфорта. Каждому по одной. Ну так. А это чей сотейник? Это мой. Так у тебя один сотейник. Ну так. Соня, твой бульон подвигает. Так закрой свой рот. В смысле? Не чипать мой бульон. Это мой. Это было настолько жестко. Два человека только максимум могли там стоять. Потому что вот такая картина. Возможно было подойти еще третьим. Нет, включи. Ставлю. Илья, да не подойдите, я включу. Да, я включу. Давид! Города ты, на горы в семье. На себя посмотри. Он хочет одним местом на два базара. Он хочет на одной своей конфорке и сотейник, и сковородку, и самому приперться. Что тебе там сделать надо? Сделай, горит. Ага, горит. Илья, специально мне это делаешь? Он тупо вот так вот расстался и начинает вот так вот мешать. Думаю, ё-моё, тебе перевернуть ту утку и всё, и уйти. А он перевернул и специально смотрит, выглядывает вот так вот. Давид, ну встань боком. Как боком? Ну вот так, боком, я же работаю. Я не могу. Боком. Ты сейчас от короля получишь. Это битва. Я не отойду. Обжарил тиную ножку, потом переверну на другую сторону. Я пошел за кукурузной крупой, ну, за полентой. А я у мамы Грозный родился. Иван Грозный. Так, если кто-то тронет мою кукурузную крупу и молоко, я втащу кому-то. О, привет, мой свет. Привет. Если ты что-нибудь мне перевернешь, Илья, я молоко твою. Я видела, это было случайно. То есть она просто повернулась и углом картины зацепила. Можно было что увидеть. Ну, прости, мне не надо было туда ставить. Прости, пожалуйста. Ой.
Ну, правильно, чего ж меня жизнь так наказала? Ну, у Марфины с Вишединским реальная любовь, я вам отвечаю. Я обжариваю уже мой рис. Я не достаю. Мне приходится становиться вот так вот жарить, потому что вот так вот руки сомкнуть, вот так что-то делать, это было нереально. Юма, кипит, кипит, кипит. Борщичок, наваристый. А картошка? Он еще даже картошку не добавил, а зажарку он уже кинул. У него жидкости реально так много, капец какой-то. И у него овощей вообще мало. А, Жулик, а ты не забыл некоторые овощи, что уходят в борщ? Нет, не забыл. У каждого человека свой, свой вид борща. Кто-то отдельно делает зажарку из морковки, лука и свеклы, чтобы не перемешалось. Кто-то все вместе, кто-то там так, кто-то по-другому, кто-то сяк так. То есть я делаю по своему, по маминому рецепту. Сонечка, зачищаем морепродукты. Да, сейчас я дорезаю лук порей, думаю, там, и делаю хорошо морепродукты. У меня паэлья с морепродуктами. Теперь я взяла креветки. Еще креветки вот тут внизу с какой-то черной полоской. Зачищать? Конечно! Мне участники задавали множество вопросов, на которые я отвечала, потому что я не хотела просто ни их подставлять, ни себя выставлять. Это некрасиво с моей стороны, если типа я знаю, но и не ответить просто участникам. Ёпер, метр, сантиметр, а как мне ее туда идти? Господи, боже мой! Боже, как это было сложно! Противень в духовку ложить. Король встал на колени. Даша, ты во все есть. У меня все готово, чтобы тырин отправлять в духовку. Все. Я выложила полосочки бекона, формирую свой тырин, заворачиваю и ставлю в духовку. Можно? Илья, проверь ножку. Я что хочу сделать, по-твоему? У меня одна просьба. Закрывай побыстрее, иначе мне ни черта не испечется из-за тебя. Илюха, по-моему, она уже типа уже приготовилась. Не, я еще чуть-чуть, она еще в середине, у меня кровь. Мне кажется, хватит, она у тебя скоро как сухарь будет. Илюха, рыбы, если ты внизу, дивися, как ты, бо сейчас балкон буду виноватый тогда, если что. Думаю, надо заниматься помпушками. Я буду делать типа тесто, которое делает моя мама. Духовочка. А, алло, стоп, Давид! На сколько градусов тебе надо? Мне все равно, если честно. Ставь, только так, чтобы аккуратно, чтобы наши с Ильей не повредил. Если ты повредишь мою утку, я тебя убью. Значит, я тебя убью. Ксюша, как ризотто? Давай я помогу. Давай я лопатку возьму и тебе дам. Оно еще сырое. Ты сразу большую порцию бульона всыпь и потом мешай. И пускай оно выпаривается, так оно клейкое будет, а так оно рассыпчатое у тебя. Добавила, все это размешиваю, все идеально. И я взяла осьминог и аккуратненько начала его чистить. Осьминога чищу уже 3 года, зачистить не могу. Я что, вот это ювелирная работа, я вот это все, вот это там, вот так, понимаешь? Там на конце чуть-чуть, это ничего? Да не, на конце может даже срезать, потому что вот это вообще не ест. И потом я, короче, беру мидии, я ее открываю. Что это такое? Это мидия. Это мидия, да? Да, она именно так выглядит, незачищенная.
Ты не видишь, она внутри должна быть кругленькой. Что было сегодня, Соня? Это живая мидия. Надо было скибидить воду, добавить туда чуть лимонного сочка, кинуть туда мидии, подержать их там 30 секунд, и оно бы схватилось все в этот шарик. Получилось бы правильно. Ну что это такое? Все, я эти мидии использовать не буду, нету ни одной нормальной. Я вместо мидии филирую сибас. Да, давай. Хорошо. Илья, ты опять что ставишь в духовку? Сейчас я проверю утиную ножку. Илья, я тебя умоляю, да закрой ты ее! Каждые 5 минут духовка просто так раз-раз-раз-раз. Она же не успевает тупо нагреться. Почему она стоит на 200 с чем-то? Кто поставил на 200 с чем-то? Давид, какого лешего ты поставил духовку на 200 я ставил. Зачем? Зачем? У нас еще мне нужно на 200. Да я тебе на барабан, у нас двое с Васютинским, мы выкинем твои булочки нафиг. Если бы я этого не заметила, сгорело бы все. Температура 220 градусов. Там вот этот терен в щенту так вот, в хлам. Потом утка тоже, она будет капец какая. Она будет сухая, жесткая, ужасно перегоревшая. Я сейчас чуть-чуть досолю свою паэлью, что как на меня она пресновата. Хорошо. И у меня на краю стола стояла моя готовая паэлья. Боже мой! Соня перевернула паэлью. Думаю, все, я ничего не успею переделать, все будет плохо. Думаю, все. У меня еще есть, все нормально. У меня еще после денег паэлью, у меня все под контролем. Это как ее любит судьба. Напугать до смерти, что у тебя упал вот этот сотейник, а потом сказать, ну ладно, я тебя поощряю, у тебя есть еще полсотейника. Это боженька ее взял, поцеловал просто в лобик. У меня крутой борщичок! Пробуй борщ, он приготовился, все компоненты готовы. Мне нравится. Ну, выглядит красиво, в принципе. Осталось 3 минуты. Давид, твои булочки уже аминькнулись. Давид, быстрее! Сейчас! Горячие, да ну горячие! Он взял эти помпушки и положил в борщ. Мне так приятнее кушать. Мне нравится, когда они сочно пропитаны соком из борща. И время уже подходило к концу. Даша, ты будешь подавать целый тарин? Да. И может я разрежу напополам? Сырой. Разрежу напополам, а он такой сочный, такой красивый. По прожарке well done. Ложу веточку тимьяна сверху, ложу сверху крипсу. У меня, в принципе, все готово. У всех все готово, кроме Сони. Сони там полная запара. Давай соединяй уже, делай презентацию. Соня, ты свое филе будешь ложить? Ну да. Я приезжала, что скажет, что морепродуктов очень мало. Выкладываю, сверху выкладываю эти креветки. И уже выложила, как смогла. 5. Ну а что, у меня там буквально 3 креветки. Давай, делай уже! Она очень часто истерит. Непонятно, по какому поводу, потому что она хорошо готовит. И я не понимаю, на чем базируется ее неуверенность. 4. Я ухожу. Сонь, добавь, пожалуйста, типа зелени такой, тимьянчика тоже, листиков тимьяна. Я уже плачу, у меня истерика, этим тимьяном. Пытаюсь его оторвать, он не отрывается. Я думаю, все. 3. Давид, тарелку повытирай. Даша, ты что мне упала? 2. Один.
Стоп! Час скуштувати ваші страви. Дашо, підходь, будь ласка, зі своєю. Бачу, в тебе тремтять руки. Да. Даша, презентуй свою страву. Это терины с кролика с соусом винегрет. Кроляче м'ясо дуже вередливе. Є ризик його пересушити. Твій кролик не сухий. В тебе з'явилися фанати? Це любов. Да? Это Осетинский Дашу любит. Ого! Дашо, подивись мені в очі. Так друг на друга смотрят. То есть так влюбленным взглядом. Как будто ихні глаза становятся от сердечками. Или зрачки в сердечко превращаются. Или они одевают розовые очки с сердечками. То есть влюбленные. Тіне буен сабор. Повернемось до твоєї страви. Соус у тебе непоганий на смак, але треба було довести його до потрібної консистенції. Спасибо. Мені би хотілося, щоб у терина була більш правильна форма. Даша. Це дуже помітно, коли кухаря щось надихає. Коли він готує з гарним настроєм та почуттям. У твоїй страві це відчувається. Тому тримай білий фартух. Поздравляю. Ілля, асерка. Будь ласка, підходь. Тепер тебе потрібно звати Казановою. А може ти не Ілля, а Ромео? Ні, Ілля. Ілля Ромео. Та-та-та. Презентуй свою страву. Утіна ножка конфі з гратеном із полента. Одразу скажу, мені не подобається твоя презентація. Такий декор був популярним десь у 90-х роках. У сучасних ресторанах такого не побачиш. Мені подобається, що ти дуже добре зачистив ніжку. Це гарна робота. Сама ножка мягкая и розовая. Это действительно так, и это вкусно. Чуть-чуть не хватает жидкости в поленте. Она вкусная. Тут твоя страва не идеальна. У нас були зауваження. Але вони не глобальні. Тому не завадять тобі отримати білий фартух. Спасибо. Піднімайся до своєї Джульєти. О, даже парк тобі закрикнули. Побіжала, давай, Даша! Хто мені за руку помахав? Навіть це й Даш. Не пущу. Це моя мама. Це свекруха. Теща, взагалі. Я ревную. У нас ще, щоб ви розуміли, любовний треугольник. Я, Ілля і Віка. Віка мене ревнує к Ілле, тому що Віка думає, що я не буду з нею дружити. Хоча це повний бред. Софія, асерка. Ми чекаємо на тебе. А
Это паэлья с морепродуктами. Ты хвалюешься? Да. Почему? Не знаю. Pero у нас все дуже дивно хвилюватися без причини. Не знаю, по що це прокупа. Всегда ж люди волнуються перед вердиктом, це ж дуже важливо. Скажи, а у тебе теж є роман? Давид! Да? Как Даша и Илья любят друг друга, так и я с Соней. Ну, это секретик. У меня, конечно, с Давидом не прям такой роман, как у Ильи и у Даши. Я с ним в спокойных, нормальных отношениях. Только я не знаю вообще, откуда это взялось, что я с Давидом пара. Це вже не мастер-шеф. Це вже кохання з першого погляду. Кохання з кохання. Ти сенти апоски. Мені подобаються морепродукти у твоїй страві. El tuyo. Але мені не вистачає спецій. Особливо солі. Tus mariscos. У нас на кухні немає солі? Я боялась пересолить. Ти готувала без почуття. І це помітно. Спасибо. Не вірь Давиду. У нього скільки вже романів тут було? Много. Для меня первый признак удачной паэльи – это то, что она не слиплась и не превратилась в ризотто. Мне очень нравится презентация. Ты постаралась сделать ее максимально яркой. Саве, Софія. Бурки, кожного разу, якщо я тебе питаю, чому ти не зробила це або те, і бурки завжди відповідаєш: я не знаю, дітей. Я боялась. Буркино. Запам'ятай, одного разу ці твої страхи завадять тобі отримати білий фартух. Olvídate. Pero este. Але сьогодні не такий день. І після того, як тримай та роби правильні висновки. Спасибо большое. Лети, зіронька. Давид, а серце. Підходь, будь ласка, зі своєю стравою. Це український народний борщ, борщ з пампушками. З пампушки? Так. Да. Які є пампушки? Є пампушки? На тарілки. Хто тобі сказав, що вони повинні бути у тарілці з борщем? Я робив, як робить мама. Мама завжди робить з пампушками внутрі. Я вже давно живу в Україні і багато чого бачу. Але таку презентацію бачу вперше. Ти мене здивував. Давиде, твій борщ мені смакує. Пряний і насичений, але пампушки. Навіть те, що ти їх поклав у сам борщ, не приховало того, що вони вийшли не пухкі та легкі, як би мали бути. У мене вдома бабушка готувала борщ, і вона мені навчила його робити. Мені дуже подобається густий борщ, от щоб ложка стояла. Вкусу, ну, он достаточно насыщенный, хорошо разваренное мясо. Ну и лично мне нравится все-таки, когда пампушки отдельно. В борщи я всегда обращаю внимание на одну вещь. Если капуста аль денте, значит, это вот мой борщ.
Я вижу, что ты аккуратно ее нарезал и не переварил. Здорово. Давид, як звати твою маму? Оля. Оля. Ось що я скажу. Якщо говорити про смаки та аромати, то твоя мама Оля навчила тебе готувати дуже смачний борщ. Спасибо. На балкон. Я в шоке, потому что я понимаю, что сейчас я одна, и у меня возможность как бы уйти очень огромная. Сені, а це підходь. Це різотто 4 сира. Я хвилююся, бо різотто легко недоварити або переварити. Додати мало спецій або навпаки зробити його дуже насиченим. Воно може бути недостатньо густим, дуже розсипчастим. Дуже багато чого може статися з різотто. Щодо твого, мені все зрозуміло. Мені подобається, що воно у тебе не передержане, все оно альденте і хорошої консистенції, достатньо кількість бульйону ти додала. Спасибо. Ксюшу, залишайся з нами. Балкон, спускайтеся. Ксюша, тавро аж двох чорних фартухів – це безумовно непросте випробування. У тебе було два варіанти – боротися, викладатися та пройти в наступний етап, навіть з чорним фартухом. Або ж розслабитися та поїхати додому. Ти зробила свій вибір. Знімай свій фартух. Просто внутри сжимается и хочется как-то все сдержать, но не получается. Получается только хуже. Очки запотели, я их пытаюсь протереть. Смотрю на вот это все и понимаю, что я это все не увижу больше. Сьогодні тобі було психологічно важче за всіх. Але от що я скажу. Ти проявила силу духу та показала свій максимум. Ти змогла приготувати справді смачне ризотто і довела, що гідна лишитися на проєкті і перейти в наступний етап. Нехай і в чорному фартусі. Спасибо, можна вас помити? Здається, ти перша людина на Мастершеф, яка так радіє чорному фартуху. Рада, что не ушла, и то, что я осталась, хоть и в черном. Всем пока!